Общество мясопродукты отправит на переработку оставшиеся запасы оленины. По словам вице-губернатора Ненецкого округа Олега Белака, в дальнейшей экономии сырья необходимости больше нет. Убойная кампания в регионе, по прогнозным данным, начнется во второй половине октября. Это раньше обычного. По данным оленеводческих хозяйств, для заготовительной кампании прогнозируется пустить на убой 34 650 голов, а также более 5 800 голов оленей частного сектора. В весовом выражении это составит не менее 1 355 тонн. Плановые показатели больше прошлогодних на 274 тонны. Первыми ее начнут СПК «Красный Октябрь» и ХАРП. Оба хозяйства создали независимую от погоды цепочку технологического процесса. В этом году будут задействованы не менее 2 новых убойных пунктов на западе и востоке округа. СПК «Путь Ильича» планирует запустить свой объект к началу убоя, а специалисты общества мясопродукта и в начале ноября протестируют убойный пункт «Селенесь». На убойном пункте в селе Коткино в этом году, кроме Ненецкой агропромышленной компании, проводить убой планируют СПК «Нарьяна-Ты» «Индиго», а «Восход» и СПК «РК Заполярье» в селе Нижняя Пеша. «Рассвет Севера», «ХАРП», «Копхоз Ерф» и «Ижемский оленевод ИКО» убой осуществят в своих пунктах.